круто качает. Прям, ну никак, никаким боком. А знаете вообще Эминема? А что, не 10-10? Это оскароносная песня. Ностальгия, все дела. Оскул песня, да, американский. The Marshall Matters, что же ты делаешь? Друзья, всем привет, меня зовут Максим, и вы на канале Клип Плюс. Это проект Клип Плюс Топ, где мы включаем композицию, разные ее части, и люди оценивают от 0 до 10. Опрашиваем мы 25 человек, и в конце получаем средний балл, что и является рейтингом данной композиции. Это специальный выпуск, он приурочен к финалу нашего главного проекта «Сорян Баттл. Битва жанров», где встретится в финале Виктор Робертович, Цой, группа «Кино» против Эминема. Выпуск с Цоем, где мы оценивали трек «Кукушка», уже на канале, можете его посмотреть. Сегодня у нас величайшая песня Эминема «Lose Yourself». Как оценят ее прохожие? Мы узнаем прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, Инстаграм, Телеграм, Бусти. Мы начинаем! Знали кто? Да, Eminem. Хорошо, от 0 до 10? 10. Почему? Почему Eminem так велик и десятка? Ну, мне нравится эта песня, крутая. Круто, качает. Бомба, хорошо, ваша оценка от 0 до 10? 10. Так, а вам? 10. Он рвет. Расскажите, почему? Почему вот он такой крутой? Слова крутые. Вам нравится такое? Да, однозначно. Всех качает сразу. Узнали, да? Да. Ваша оценочка от 0 до 10? 10. Почему? Почему 10? Это великая оценка просто для великого человека. Да, это легендарный рэп-исполнитель. Я как бы смотрел его фильмы, все этот всем известный фильм. «Восьмая миля». Да, «Восьмая миля». Так, вам? Я поддерживаю. Тоже нравится «Восьмая миля»? Да. Какой любимый трек у Marshall Mathers за третьего? Короче, у них есть фит с 50 Cent, который... И не только, там много-много-много. Кто очень старый трек, не помню, 2007 года, по-моему, название забыл. Где, You Don't Know, где они на, в тюрьме. Да-да-да. Вам надо оценить от 0 до 10. У вас еще будет суперсложная задача, там без слов. Это очень известно, 1 500 000 просмотров. У вас задача со звездочкой, я сразу предупредил. Как вам от 0 до 10? 9, 8. Не знаю, 8, потому что. Так, не узнали, кто это? Нет. Это, давайте подсказочка, это рэпер. Это Eminem, Lose Yourself трек называется, это вступление этой композиции. У нас просто есть такая спецпункт, где мы включаем начало песни, чтобы люди узнали или не узнали. Так, узнали, да, кто это? Конечно. От 0 до 10? 8. А что, не 10, 10? 10. Так, давайте теперь спрошу. Так, почему 10, почему 8? Ну, популярная старая песня, во все времена хорошая. Хорошо, а почему 8? Ну, хорошая, но есть и получше. У него или вообще? Вообще, да, вообще скорее. А какой композиции вы поставили бы 10? Из мировых исполнителей? Ну, наверное, 50 Cent, In The Club, да, 10. О, прикольно. Все-таки. Когда они же на этом, на кубке, да, исполняли, когда они там приехали в центр этого самого, да, и где они там спускались, там, и 50 Cent как в клипе, да-да-да, я вспомнил. Меня зовут Максим, музыкальный канал Клип Плюс. Я сейчас включу отрывочек одной песенки, вам надо оценить от 0 до 10. Узнали, кто это? Конечно. Кто? Eminem. Eminem. Хорошо. Ваша задача оценить от 0 до 10 данный отрывочек. 10. 10. Офигительно. Почему такая высокая оценка? Потому что Eminem — это классика. Потому что Slim Shady. Дамы, сколько вам лет? Мне 17. 17. Все, 17 лет, и Эминема знают. Узнали, кто это? Нет, нет, абсолютно нет. Супер, оценка от этого будет еще более интересной. От 0 до 10 то, что вы услышали. 8. Так, вам?
Ну, тоже где-то так, молодежно, свежо, бодренько. А знаете вообще Эминема? Ну, сын, наверное, слушал у нас его когда-то, он даже рэп читает. Сын рэп читает? Ну, да. Так, давайте, каждый по очереди спрошу, ваша оценочка от 0 до 10. Эминему, конечно, 10. Почему? Потому что я люблю Эминема, я люблю фильм, это оскароносная песня, и как бы как не 10. The Oscar goes to Eminem, Jeff Bass and Luis Rustic for Lose Yourself from 8 Mile. Так, вам от 0 до 10? 10. По тем же причинам? По тем же причинам, и мне нравится такой ритм для танца. Супер, хорошо. Вам от 0 до 10? 10. Безумно люблю Eminem, это прям вообще огонь. Блин, какие вы крутые! Вы узнали, кто это? Кто это? Да, это... Old school песня, да, американский. Ну, 0 to 10. 10? 10? Why? Да. Ну, это, блин, популярный мусик, да, поэтому... Вам от 0 до 10. Объясните ему. 10. А почему? Why? Это хорошо вообще, да? Это хорошо. Ну, отрывочек, 5-10 секунд, а вам надо оценить от 0 до 10. Здесь вот такая музыка, она совсем вот прям, ну, никак, никаким боком. Хорошо, тогда такую давайте. На какой-нибудь там, где... Более размеренно, но под нее можно заснуть. Ну, давайте оценочку от 0 до 10. Ну, можно, ну, где-то, ну, 6, вот так. Хорошо, вы? Ну, так же, да. Тоже так же. Все, супер, спасибо вам огромное. Мы включали сегодня уже Цоя. Да, просто вам такая песня попала. Ну, Цоя, вы знаете, Цоя, ну, для нашего поколения, наверное, может быть, Цоя, мы его помним, всю его, еще когда он был все живой. Вот, нет, ну, молодежь, она как-то, есть у него отдельные песни, а вот давайте возрождать свою нашу русскую культуру, наши русские песни. Вот вы слышали хотя бы, вот, кто такая Лидия Русланова? Я хуй знаю, блядь. Это хорошая песня, да, это десяточка, это однозначно. Так, что девушка ставит? Ну, 8, это именем, по-моему, давайте. По-моему, да. Именем, да. Так, давайте расскажем, почему 10 и почему 8. Давайте начнем с вас. Как дань уважения хорошему рэперу. А он внес свой вклад еще в мировую музыку? Ну, я думаю, что безусловно, потому что он в любом случае известен на весь мир, и я думаю, что это большого стоит. Хорошо. Так, почему 10? 10 Eminem. Ну, потому что вырос на этой песне и на этой музыке. Ностальгия, все дела. Хорош. А вы пара? Нет. Мне просто было интересно, типа, когда пара, то, ну, раз он 10, я тогда тоже 10. Чтобы просто про объективность ну, шла речь. Не пара, поэтому я 10, а она, ну, 8. Блин, полсекунды. Marshall Mathers, что же ты делаешь? Итак, от 0 до 10. До 10. Тогда 11, определенно. Так, вам? Ну, мне 8, я не особо любитель, но это легенда, поэтому восьмерочку заслуживает. Восьмерочка. Так, давайте теперь каждого спрошу. Вы сказали, потому что это не, ну, легенда, да, вас заслуживает. Почему 11? Потому что Eminem, потому что это, блин. Ну, это не знаю, это априори, это выше каких-то оценок. А Eminem вклад в мировую музыку внес? Безусловно. Он ее изменил? Категорически. Хорош. Так, смотрите. Ну, фанаты Эминем мы просто спросили, поэтому тут... Офигительно. Так, смотрите. У нас основной проект называется «Сериан Батл», где мы сравниваем музыку разную. Если я к вам подойду с таким вот вопросом, да? Даже не с вопросом, я включу вам условно там «Кукушку» и вот «Lose Yourself». Кого вы выберете? Мнение ваше важно. Двоих. Да это абсолютно несравнимые вещи. Полностью согласен. Сезон называется «Битва жанров». То есть мы смешивали несмешиваемое. Здесь, наверное, больше от не знаю, человека зависит. Я, наверное, больше Эминем выберу. Так, а вы? Нет, я Цой, кукушка. No. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Итак, взглянем на финальный результат. Средний балл трека «Lose Yourself» от Эминема составил столько вот
баллов. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come. Это невероятный результат, не было ни одной хреновой оценки. Ну что, великому человеку великие нахер баллы. Совсем скоро Eminem будет батлиться с Цоем. Не пропустите. С вами был Максим. Подписывайтесь на канал, Инстаграм, Телеграм, Бусти. Все только начинается. Пока.